Приветствую вас, друзья, с вами Алексей Коробов, и в этом небольшом видеосюжете я подведу итоги февраля месяца, по работе стратегии победы фаворита в первой четверти или просто в четверти, неважно как мы ее назовем, вот итоги у вас на экране перед вами. Это арифметические итоги, для простоты подведения результатов я округлил сумму банка, и расчет сделан без капитализации, то есть ставка игралась 5% от банка 2000 рублей, 5% это 100 рублей. То есть ставка на расчетная ставка была 100 рублей на все события месяца. В реальной жизни я, конечно, играл с капитализацией, и, естественно, там цифры были не круглые, но неважно, для простоты расчета, значит, вот сделали такие упрощения. Значит, в итоге за месяц мною было публично сделано 28 ставок, все они отражены на моем сайте Академии спортивных ставок, можно посмотреть, можно всю историю этих ставок посмотреть, можно посмотреть, соответственно, в любом букмекере историю, так сказать, реальных событий происходящих, и сравнить с моими расчетами, убедиться, насколько все это корректно. В реальной жизни ставок было немножко больше, потому что под конец месяца я стал экспериментировать, но мы сейчас обсуждаем именно публичную статистику, то есть та, что давалась моим зрителям, моим читателям на сайте и предлагалась как бы вот для использования. Итого 28 ставок за месяц. Были дни совсем без ставок, были дни, когда ставок было несколько. Средний коэффициент ставки 1,6. Вот, потому что выпадали ставки 1,55, 1,45, 1,75. Ну вот, в среднем вышло 1,6. Значит, 28 ставок по итогу событий распределились следующим образом. В первой четверти победило 20 ставок. Ну, дальше видно, вторая четверть 6, и на третью, четвертую четверть пришлось по одной ставочки. Такая хорошая статистика связана с тем, что я только начинал прогнозировать этот вид спорта и старался не рисковать. Поэтому, вот, как видите, большая часть проходов была просто в первой четверти без валидола совсем. Вот. В дальнейшем, конечно, мы будем повышать коэффициент, но и возрастет степень риска, то есть, возможно, больше будет вторых четвертей. Ну, поглядим, что будет дальше. Ну и, собственно говоря, о результатах. Реальный банк более чем удвоился. Арифметический расчет вот дал что-то около 80% роста банка за месяц. При, вот еще раз, расчет производился при игре флетом с 5% размером ставки от суммы банка и без капитализации. В реальной жизни, если играть с капитализацией, естественно, как бы даже не превышая сумму в 5% от банка, прибыль получается больше 100% за месяц. Вот такой итог первого публичного месяца полного, да. Там в январе я немножко играл, там месяц был неполный, был там, так сказать, один залет у меня, поэтому я там статистику вообще не считал. Вот это статистика полного месяца без залетов, то есть вот один раз была четвертая четверть, она была предсказуема, это были греки, о которых я уже неоднократно говорил, которые так играют. В четвертой четверти в этой игре фаворит, проиграв предыдущие три четверти, в четвертой четверти с форой там больше чем 10 очков победил андердога в четверти и победил в итоге во всем матче. Так играют греки. Вот. Кому нужно острое ощущение валидол, играйте греков.
по этой стратегии. Вот, пожалуй, и все, что хотела сказать в этом коротком видео. Тут, собственно говоря, не убавить, не прибавить. Все ссылки будут вот здесь вот справа наверху, буковка I. Подсказки, так называемые, ютубовские, там будет ссылка на видео с описанием этой стратегии и ссылка на наш сайт Академии спортивных ставок, где, собственно, кроме прогнозов по вот этой стратегии, есть еще много всего интересного. Заходите. И на этом все. С вами был Алексей Коробов, и всем спасибо за внимание.